30, как мальчики. Вводится во влагалище. Вот так. Там она внутри, когда мы вводим. Вот так вот. Глазки. Ну, все. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свои, и сегодня я решила предстать перед вами в новом образе розовый волос. Я подумала, что все-таки розовый, это такой немножечко еще летний, и пока лето, у нас еще жарко на улице, я решила побыть в розовом. Ну, кто меня знает, я могу зимой сделать розовые волосы и рассказывать что-нибудь вам для того, чтобы внутри у вас было летнее настроение. И сегодня у нас будут посылочки AliExpress. Пришли мне уже последние посылочки, то есть все, сейчас пока я ничего не ожидаю, нужно зайти в магазин AliExpress и заказать себе много чего интересного. Ой, что же пришло? Давайте начнем с того, что мне наконец-таки пришли мои оставшиеся вот такие вот наволочки. Я хочу, чтобы было много. Помните, да, я вам показывала. Ссылки оставлю для тех, кто, может быть, первый раз зашел. Вот эта вот чудесная, расчудесная подушка, которая белая и золотистая. Помните, да? Она вообще радует и так нравится моему сыну, просто он играется с ней. Вот эти пришли немного другого качества, они, сейчас мы их откроем вместе, я еще не открывала. Они пришли с одного магазина, то есть вот такие вот. Вот. Здесь, видите, разница в чем? Вот здесь просто принт у нас, просто принт, ничего, да, такая, причем ткань на подкладочную похожа. А с этой стороны такая мягенькая, приятная. А вот эти другие, они плотные, они мягкие, одинаково с двух сторон. Понятное дело, что это синтетика, но она достаточно приятная. И вот это как бы тоже принт, но он отличающийся принт. То есть он из другого, как будто краска сверху нанесена. И мне вот этот вариант больше нравится, потому что мне кажется, он такой эффектнее. Ну и плюс они плотнее. Не знаю, как будет, конечно, это стираться все. Второе, вот так вот. Глазки, ну все с бьюти-тематикой, видите, встретит. У меня реснички, губки, глазки. Ну и вот такая вот прелесть мне понравилась, такая абстрактненькая немножко, да. У меня здесь есть подушки вот эти мои. Единственное, что здесь вот в эти подушки маленькие. Внутри я специально покупала в Леруа Мерлен. А здесь у меня подушка, она как бы не подходит по размеру, она 70 на 40. Но я их запихиваю прям вот сюда. И они получаются такие взбитенькие, знаете, даже может... И лучше, чем мягкая. Сейчас я попробую засунуть сюда эту подушку. Прекрасно залазит. Мне кажется, что даже здесь не 40 на 40, а 50. Мне кажется, что даже здесь не 40 на 40, а 50 на 50. Она такая более вместительная. И подушка моя 70 на 40. Сюда прям вообще легко. И она даже такая, видите, мягенькая. Вот. Опять же, не полностью открывается, вот здесь уголки остаются. Не знаю, зачем так сделали, может быть, так лучше. Смотрите. О, красивее же. Давайте глазки оденем тоже. Блин, а у меня 4 подушки только. Надо еще одну купить маленькую. Вот 5. Будет 5 подушек, и все будет завалено вот так вот сзади подушками. Я думаю, вам нравится. Если вам нравится, ставьте лайк. Лайк-то ставьте. Все, очень хорошо вот так вот залезло и прекрасно себя чувствует. Там губки подвинем, а эту сделаем. Я думаю, Деньке понравится вот это качество, он будет в восторге. Ну и вот сзади там еще вот такая вот будет. Ну правда классно, мне нравится. Вот это качество, в общем, самое лучшее из всех, что мне пришло. Ну, не считая вот эту вот блестяшку, она очень крутая. Можно было бы еще такую взять. И мне вот именно вот это сочетание золота и белое мне очень нравится. Дальше пойдем. Я взяла себе так фон. Фон поправим. Видите, как сразу красиво стало сзади. Я взяла себе вот такую вот сумку. Смотри, как она идет. И под розовые волосы, и под блондинку, и под фиолетовые будут волосы подходить. Сумка мне понравилась. Естественно, это не в коже, потому что она стоит там недорого. Она прикольная. Здесь вот такой даже... Очень приятный, кстати, не знаю из чего, но он такой прям как будто из шелка сделанный. Вот сюда вот одевается. Одевается. И завязывается на бантик. Вот так. Вот так. Что в этом есть, да?
Значит, смотрите, что здесь. Мне нравится, что очень много карманов. То есть карманы я люблю, потому что, чтобы более-менее что-нибудь найти, нужны карманы. Лично для меня. Значит, карман здесь сзади. Это, да, телефончик, деньги, может быть, чтобы не залазить. Длинный шнурок. Короткий шнурок, чтобы носить на руке и на плече. Значит, смотрите, раз отдел. Здесь внутри еще кармашек. Потом в серединку можно ложить, потому что тут все прошито. То есть вот такой кожаный. И второй, уже третий, можно сказать, отдел. И тоже он сбоку с кармашками, но не со змейкой. Мне понравился, честно говоря, в первую очередь дизайн. Смотрите, какая прелесть. Вот эти вот нежные какие-то сочетания цветов. Сделано все достаточно качественно. Даже если вот здесь вот выступает резина, ее можно... аккуратно оторвать, и все. То есть это не брак, ничего такого. Это, видимо, просто недоубирали. Ну, это несущественно. Вот. И это можно исправить очень легко. А так вообще, посмотрите, какая она классная. Она реально очень стильно смотрится. Не смотрится дешево абсолютно. Я, когда увидела эту сумочку, я подумала, что вообще просто мега-суперстар. Я захотела себе ее. И плюс она под многое, ну, подойдет. Реально цвета такие вот выдержанные. Серый, розовый и вот этот вот голубенький, беж. Вообще нейтральная под все. Вот это классная. Я вот это рекомендую, потому что, ну, для меня это огонь, огонь. Ну и плюс руки, когда нужны свободные, да, через плечо. Делать хорошо. Ту-ту-ту. Дальше будут невероятные вещи на самом деле. Ну как невероятные, а одной из этих вещей я рассказывала, и у меня ее не было просто, я захотела попробовать. Это вот такая штучка, мы ее сейчас распечатаем, я ее не распечатывала еще даже. Это для девушек во время менструации. Вот такая розовая. После того, как я сняла свое видео про критические дни, там советы разные для девочек, для девушек, мне рекомендовали, что есть вот такие штуки. Я о них говорила там, что я не пробовала. После этого мне пришло очень много сообщений, которые сказали, что да, мы пользуемся такой штукой, она реально очень крутая, классная, больше ничего не нужно. И когда я посмотрела видеоролики всякие на YouTube, на самом деле уже очень много об этом говорили, что это экономия и средств, и всего для девушек. Мне, конечно, не ради экономии, мне ради прикола, на самом деле, и удобства. Попробовать я всегда за, поэкспериментировать. То есть мне стало это интересно. И, ну и ради удобства. Если это будет реально удобно и удобнее, чем использование других гигиенических средств, то я оставлю себе это. Как она работает? Она такая мягенькая, силиконовая. Да, достаточно силиконовая, понятно, если розовый цвет. Знаете, как говорят, розового много не бывает. Моя поговорка. Значит, складывается вот таким образом она, да? Или, может быть, даже еще сильнее, я не знаю. И вводится во влагалище. Вот так. Там она внутри, когда мы вводим. Вот так вот. Вот внутри, да? Раскрывается, и все сюда как бы капает. Вот. А потом это все извлекается вот этой вот штучкой, выливается, промывается мироместином, и все. Вот. Я еще не пробовала, я только ее купила, потому что я не хотела бы вам использованную ее вот так показывать. Ну, попробуем, расскажу потом, конечно же, в Инстаграм. Вы ко мне добавляетесь, спрашивайте, если кому-то реально интересно. Я в директ и расскажу все это. Может, в Инстаграме постик сделаю с ней. Не знаю. И еще один прикол я купила, девчонки. Ну, реально просто вот... прикол. Я ловлю приколы, в общем. Вот такая штука. Кто знает, что это такое? Я на самом деле увидела рекламу в Инстаграме. И реально это рекламируют. И я думаю, что это такое, что это такое? Короче, это такая штука, и мы становимся с вами мальчиками. И можем писать где угодно. Да, мы можем писать где угодно. Как мальчики. Ура! Мы можем писать как мальчики! В общем, фишка в чем? Что где-то в дороге вы там или еще где-нибудь, просто мы расстегиваем ширинку, там присобачиваем вот эту штуку. Вот так вот.
она должна плотно как-то взяться. Я не представляю, если мы начнем писать, и все оно обратно потечет на себя, конечно. Я тоже не использовала, при вас только что открыла. Не знаю, что это за прикол, но мне очень интересно. Но реально это было бы классно. Представляете, вот если мы едем в дороге где-то, нужно остановиться в туалет, тут часто бывает, да? Нужно в туалет срочно сходить. И мы садимся где-то в этих кустах, идем черт знает куда. Пацанам очень удобно на самом деле. Просто встал возле деревца, раз-раз и все. И мы такие раз прихватили штуку, встали возле деревца, раз-раз и все. Только кто-то, ну, кто-то может подумать, а что это она стоя пописала? Может, у нее есть член? И вот здесь надо будет уже объясняться. В общем, вот такая вот штука. Она более, конечно, плотная, чем вот это более мягкая, это более такая плотная. Я, ну, не знаю, насколько она вот так вот присиликонивается, присобачивается. Надо пробовать. В общем, вот такие две безумные штучки, которые я приобрела и буду пробовать. Пожалуйста, в Инстаграме вы можете задавать мне вопросы, я там буду отвечать. Ну и вот сумочка и оставшиеся вот такие вот чехольчики, которые мне очень понравились. Все, ссылки на все, девчонки, оставлю внизу. Теперь мне нужно остальные покупки делать уже. Как же? Как это я без ожидания? Алиэкспресс вообще. Они же жгут, они же рулят. У них же столько всяких приколюх интересных. И вообще, если что-то будет прикольное и интересное, и вы увидите, мне обязательно тоже вот делитесь со мной. В Инстаграме, ВКонтакте, пишите, там фотки скидывайте. Я вот люблю, ну, если мне, конечно, тоже интересно это будет, то я всегда заказываю, пробую, потом отзывы свои даю какие-то. В общем, вот так. Вот это прикол, да? Может, кто-то пользовался, кстати? Тоже можете мне писать в Инстаграме. В общем, если вам понравилось мое видео, оно было необычным, может быть, каким-то, может быть, что-то вы увидели в первый раз, ставьте лайки. Если вам понравился мой образ, розовые волосы, тоже ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, кто в первый раз. Я вас люблю и целую. Прощаюсь с вами до следующего видео. Пока.